Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, это игра Реус. Мы продолжаем играть, и сегодня я начну эру 60 минут. Я разобью ее на 2 или 3 части по 40 минут, вот так вот. Посмотрим, насколько успею, скорее всего, будет 3 части по 40 минут, потому что с паузами и тому подобное, то есть по 20 минут каждый, в каждой серии будет показано 20 минут игрового времени, как бы, да, то есть... где-то так я примерно это представляю, в общем, три серии, да, ну, как-то так. Огромнейшее вам спасибо за активность лайков, комментариев, очень приятно, что вам эта игра нравится, потому что она мне тоже безумно нравится. И также вы знаете, что делать, если наберем под этим видео 200 лайков, я продолжаю снимать эту игру, все в ваших руках, лайк это всего лишь один клик. Давайте же начнем, прям сразу же. Потому что здесь, ну, ждать нечего. Опасность может полностью остановить рост жадности в городе, но опасные животные также могут убить поселенцев или быть убиты армией деревни. Ага, понятно. Ну ладно, давайте начинаем. У нас там куча всего надо выполнить, так что не будем ждать. Так, ну с чего начнем? Для начала давайте выберем место. Я вот здесь вижу, вот здесь вот два потока, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и вот здесь вот, и, ну вот, короче, я, наверное, вот здесь вот сделаю два моря, вот здесь вот, вот тут, тут, вот, вот тут, и вот здесь вот, блин, вот здесь вот, о, вот здесь вот, вот здесь вот. Очень много раз я это повторил. Так, короче, беги, беги, беги. А тут сделаю пустыньку. С этой стороны у меня будет... А зелень, допустим, с этой стороны болото. Здесь у меня будет пустынька. Единственное, что можно сделать, допустим, разделить пустыню и плодовитые места. Вот как-то так. Попробуем сейчас это сделать. Хочу, чтобы вот эти вот попали в нужное мне русло. Так, окей. Ты, в принципе, уже можешь... обустраиваться. Ты у нас так. Ты у нас еще вот так. Давайте сразу же где-то вот здесь вот. Блин. Стрелочки, стрелочки, стрелочки. Где-то вот здесь вот нужно, да? То есть, блин, ну, по-любому где-то с этой стороны или с этой стороны будет убит, конечно. Так, стоп, куда ты пошел? Ты должен мне сделать воду вот, вот тут вот. Большую воду сделаем. Так, ты у нас... Потерпи немножечко. Сейчас мы попробуем отделить пустыню от болота. Горой, конечно же, лесная деревня обосновалась. Отлично, отлично. И... Тра-т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 а-
все, давайте вот так вот сейчас. Ты же у нас делай болото сразу. И ты у нас здесь делай... испытание амбара уже начато. Вот это быстро. Вот это очень быстро. Так. Ты у нас иди сюда. И здесь мы сейчас еще поднимем еще одну гору и разделим таким вот образом. Так, здесь. Здесь давайте вот... Ну, я не знаю... Где-нибудь вот тут вот давайте так вот. Так, тут у нас что-то как-то... А, все нормально. Все нормально. И амбар. Амбар. Животное внутри границ. Три раза заскладывается. Ему нужно 30 еды. Животное внутри границ. Ну. Так. Сейчас решим. Так, стоп, ты иди-ка сюда. Так, ты вот где-нибудь здесь, да, получается, болото. Хотя давайте науку. Ты иди сюда. Так, а этот у нас... Хотя ладно, окей. А ты вот куда-нибудь в пустыне. В пустыне-то тоже нужно что-то разводить. Так, обязательно будем пользоваться специализациями, потому что для этого нужны животные внутри границ. Складывается три раза. Плюс, ну, мне двое животных нужно сделать, да, то есть, при том разных получается. Так, ну-ка давай-ка. Ну, не знаю, вот сюда вот давай кого-нибудь. Так, ты. Ладно, мы один... Кстати, мы его не уберем, он...
Он нормально будет. Он же на горе тоже может развиваться. Так, ты здесь у нас... Давай вот что-нибудь такое выращивай. Давай, давай. Есть, соединилась пустынька. Отлично. Так, и сюда иди. Так, здесь у нас плюс 24. Собственно, вы сами все видите прекрасно. Здесь черника, если рядом. Угу. А здесь... Животные внутри границы. Есть какая-то разница? Наверное, нету, да, я так понимаю. Поэтому животный аспект. Так, а здесь я могу же такой аспект сделать, да, или нет? Нет. Это с животными, что ли, связано? Ну да, что-то. Нет, улучшает растения, странно. Ну ладно, это, наверное, следующий какой-то уровень. Так. Потом уберем одно из растений. Какой, не знаю. Так, здесь давайте тоже сейчас перезарядиться. И, допустим, вот здесь вот тоже еду сделаем. Так, окей. Ну и, в принципе, все. Остается тупо ждать. Тупо ждать. Я бы так сказал. Потому что, ну, я все, что мог, уже сделал. Остается ждать, когда появятся новые поселения. Здесь же я сделал, в принципе, все. Так, давайте-ка мы вот где-нибудь здесь, вот с этого края, допустим, вот так вот сделаем. Здесь у нас есть, здесь... Ну, здесь давайте тоже вот где-нибудь с этого края тоже какой-нибудь посадим. Так, главное, что... Блин, у них уже алчность растет. Ну, серьезно, ты что, блин, будешь делать с тобой, а? Так, болотная деревня обосновался, отлично. Так, давайте вот здесь вот вырастим. И посмотрим, что в болотной деревне. Так, а в болотной деревне болотная деревня. И здесь пока что ничего не появилось, ну и ладно. Так, где-то, по-моему, здесь как будто бы что... Подсобка началась, наука и богатство. Так, сюда каменного нужно. Так, наука и богатство. Здесь у нас растет вот этого. И если рядом минерал, то оно будет давать больше науки. Прям идеально, мы сейчас... Идеально, ребят. Мы сейчас поставим минерал, который дает богатство, и будет просто шикарно. Плюс промышленный кузнец, специализация, дает нам плюс 10 богатства и плюс 5 науки за каждый минерал внутренней границы. Это круто. Так что мы сейчас прям рванем, я так думаю. Так, а тут у нас науки. Так, тут уже почти готово все. Есть первое. Смотрим, здесь у нас, значит, кристаллический аспект. Давайте, он самый близкий, поэтому его же и к нему же и приступим. Так. Ну, каменный, давай, иди быстрее. Так. Ну, давай. И вот здесь вот, да? Я думаю, хватит этого. Потому что сейчас, смотрите, бам, плюс 10, плюс 5, 18, нет, не хватает. А, нет, все хватает. Все нормально, просто четко, на самом деле. Прям почти одинаково, кстати. Так, отлично. Смотрим, что у нас дальше. Ну, в принципе, у нас два города, лесная деревня обосновалась. Так, а где она у нас обосновалась? Тут рядышком. Ну, в принципе, неплохо, я так и думал, может быть, 3, ну, 6 деревень вообще я думал. Только единственная будет проблема, между ними постоянно будут, наверное, войны какие-то происходить. Но моя же задача в том и заключается, чтобы исправить все. Амбар начат. Здесь для амбара нужна еда. Здесь мы, значит, можем... Можем. Так, амбар у нас животные. Так что мы давайте животных. Так, еда у нас есть. Так, единственное, здесь, наверное, будет война. 24, амбару 30 нужно. Еще одно животное, и все. Моментально. Так, кстати, природу. Трепет. Вот трепет было бы поднять вот здесь. Вот я так понимаю, тогда у них все было бы нормально. Ну ладно. Так. Давай, ну уже. Есть еще один. И тут, наверное, такой же 42-44. Ну ладно, чуть-чуть разница есть. Это не страшно. Такая разница несущественная. Так, амбар они закончат. Так, окей. Окей, здесь у нас
Ну, просто остается дождаться. Так что себе сидим и ждем, потому что по-другому никак. Но здесь давайте вот богатство и трепет дает. Богатство и трепет. Здесь, кстати, нету такого минерала. Скорее всего, он... Либо он дальше, да, дальше развивается, который... Либо... улучшает минералы. Слабый кристаллический, так, два лесных посланника, великий аспект делает. Так, ну ладно, великие аспекты, это еще очень далеко, я так понимаю. И я так, честно говоря, не представляю, что такое великий аспект. Как если пофантазировать, то получается, что он будет улучшенный сразу же, как бы, так получается. Когда я поставлю этот аспект, то есть сразу промодернизирую до улучшенного. Ну, как-то так получается. Сейчас у нас здесь еще один посланник будет. Есть, ну, как я и сказал. Давайте посмотрим. Ну, вот с первого так он у нас не может. Здесь он у нас добавляет переселение. Переселение это... Лесной гигант берет то, что находится на поле, и помещает это в... на выбранный участок. Позволяет перемещать растения и другие источники. Но, честно говоря, не очень тема. Так, здесь у нас сейсмический аспект. Открывает с болотным послом. Каменный гигант выпускает сейсмический аспект, который улучшает минералы. То есть технологии дает. Так, здесь у нас... Здесь дает аспект яда. Улучшает растения. Ну, давайте, наверное, вот так вот, да? Там у нас еще один появился. Тут у нас фруктовый аспект получается и аспект реакции. Давайте аспект реакции сделаем. А что-то не поднял, я же нажал вроде бы. Ну, аспект реакции возьмем. И все, у нас уже три посланника есть на каждом гиганте. Это хорошо на самом деле, это серьезно круто. Посмотрим только, что будет дальше. Хотя, может быть, все-таки... может быть, фруктовый аспект улучшает растения фруктовым аспектом. Добавляет еду. В принципе, у меня и так есть пока фруктовый аспект. Я вот думаю, может быть, не стоит его. Так что давайте, да. Давайте вот сюда вот. Все правильно. Ну, бери. Отлично. Ну, бла-бла-бла-бла. Говорят что-то, который улучшает минералы и дает науку при этом, при всем. Ну что ж, остается ждать. У нас получается раз, два, три. Три поселения. Единственное, что у нас нету болотного поселения. Хотя здесь я вроде бы вот такие минералы, такие. Хотя, наверное, здесь, знаете, что тут минералы, наверное, нужно воткнуть, да? Кстати, точно. Наверное, здесь минералы нужно воткнуть, а не растения. Ну-ка, давайте попробуем. Вот сюда вот воткнем минерал. И вот здесь тоже воткнем минерал. Прям вот по-жесткому. Все равно нам пока что. Кстати, сейчас вот буквально-буквально чуть-чуть и еще. И поселение уже будет. Еще одно. Скорее всего, сейчас появится болотное одно поселение. Да, скорее всего, где-то здесь. Там есть такая вот ачивка. Завершить эру пустынной деревни. А, пустынная деревня обосновалась. Кстати, смотрите, прям рядышком. Завершить эру с поселением, имеющим 200 единиц достатка и 5 участков океана в своих границах. Это довольно-таки интересно. Так, ну ладно, пускай оно развивается. Здесь такая пустынная богатая деревня и пустынная научная деревня будет. Ну, получается как-то так. Испытание торговый пост началось, и здесь у нас сразу же богатство нужно. Так, смотрим, что здесь. Используется симбиоз при использованном... Три богатства, если рядом есть кварц. Иди-ка сюда. Кварц можно улучшить сейсмической и... Кстати, вот у меня сейсмическая есть, да, то есть... Но она технологии дает, да, то есть мне это не нужно здесь. Так что давайте старым дедовским способом. Просто еще одну рядом шахту. Давай. Я думаю, быстро сейчас отделаем тут. Сколько надо будет-то? 30, да? Но сейчас уже сделали вот 18 уже, потому что... и плюс... Животные, помните, что... Животное нужно. Так, животное, кстати...
Испытание плантации начинается. Круто, давайте посмотрим. Город Форест. Как минимум 4 растения. Еды 125! Блин, 125. Так, давайте посмотрим. Забота о животных. Животные внутри границ складываются 3 раза. Блам-блам-блам. Так, животные, иди-ка сюда. Животные. Так, иди-ка сюда. Здесь у нас аспект. Слабый животный и охотничий аспект. У меня таких нету. Но... 3 раза складывается. И сейчас вот 45 должно давать. Да, 45. 62. Тут у нас еще как минимум 4 растения. Раз, два. Блин, 3 есть. Не... Черт, не получится 4 растения, потому что здесь уже границы соединились, да? И тут некуда еще 4 растение. Блин. 4 растения плюс 20. На каждую пару следующих растений внутри границ. Вот это покруче будет. Вот это неинтересно, а вот это вот как раз-таки круто. За каждое животное внутри 3 раза складывается. Это я получил бонус, а здесь фруктовая ферма. Плюс 20 еды за каждую различную пару следующих растений. Клубника, яблоня, груша. Друг, иди-ка сюда. Сейчас будем тестить. Так, ты что пришел сюда? Ты должен прийти и вот здесь вот это вот сделать. И тогда у меня будет, по-моему... 37, все отлично. Все отлично. Так, привет, друг. Ты у нас можешь сделать клубничку, точно я знаю. А вот слабый фруктовый аспект, его нету. Но клубничку ты можешь сделать же? Стоп, нет. Клубника? А, ну да, собственно говоря, клубника. Есть. И рядышком сейчас еще поставим. Так. Потом вот это сейчас еще улучшим. Клубничка, оп. Мы его вот так вот. Оп. Он, видите, стрелочки появились вот эти вот. Мощный фруктовый аспект нужен. Эх, нет у меня его что ли или... Ну ладно. Так, подождем. Здесь у нас нормально, у нас в принципе два проекта. Там он все хватает, а вот здесь вот 80, всего лишь 80. Мне бы еще как раз таки там проект завершить, взять фруктовый аспект, сделать здесь фруктовый аспект, да, и сделать яблоню. И я получу еще плюс 20, это получается 100. Так, ладно, давайте, если рядом черника... Ну, получается, блин, если плюс 3, если рядом в пустыне появился, оп, торговый пост. Так, и как раз таки, блин, он, и больше его никто не может взять, кроме, да, ну ладно, аспект охоты, берем, чё нет-то. Аспект охоты, ладно, тут в принципе можно тогда вот здесь вот разгонять. А, здесь богатство дается с аспектом охоты. С аспектом охоты дается богатство. Только здесь у нас... Блин, а аспект охоты что, больше только... Только сюда или сюда? И все, что ли? Серьезно? Что-то аспект охоты такой, типа... Он в одно место только используется. Скорее всего... Я даже не... Я немножко растерян. Так, как минимум 4 растения нужно. А, это обязательно здесь. То есть это обязаловка. Здесь 4, как минимум 4 растения, да? Ну ладно, окей. Смотрим, здесь у нас фруктовый. Так, здесь у нас тоже фруктовый. Как минимум 4 растения. Аспект роста. Улучшает растения... Природа выглядит замечательно. Так, давайте запишемся. Я когда записываюсь, останавливаю запись, чтобы если вот эта запись сейчас сломается, то я бы начал с того момента, где записался. То есть, так, а вот это что? Природу улучшает, да? Да. Испытание геолог началось. Где оно началось-то, господи? Так, и что у нас здесь? Йоу!
три участка, три участка горы ему нужно, да, то есть вот это в принципе возможно, да, то есть вот с этой стороны мы можем гору поднять. Ладно, три участка горы, 75 науки и богатство, как минимум три минерала. С минералами не проблема. Так, давай-ка вот так вот, вот так вот и... Я вот так, по-моему, могу, да, сделать, да? Восемьдесят семь. Четыре растения. И вот здесь вот, смотрите, черника рядом, да? То есть мы идем вот сюда вот. Вот так вот сделаем, пока перезаряжается. Пустынная деревня была сделана. Окей. Потом идем сюда. Исполняемая плантация была начата. Йоу, ребят, как минимум 4 растения. Город Форест. Блин, тут плантация то же самое, что и здесь. Блин, ну ладно, окей, окей. Так, давай, кончайся. В принципе, даже и не знаю. Ну, 4 растения. Ох, у них хватает, кстати, у них здесь больше территории. Раз, два, три. Смотрите-ка, как расширилось, интересно. Оп. Оп. Так. Ну-ка. Торговый пост, да вы издеваетесь. Так. 120, ровно 120. 125 нужно, блин. Если рядом... Так, а здесь если... огромный косяк плюс один ареал обитания за каждую скумбрию в ареале. Так, и просто нужно вот здесь еще одну скумбрию поставить. Окей. Блин, ну, в принципе, ладно, здесь одна закончена. Богатство. Вот этот, да, нужно сделать как минимум. Три горы есть, есть. Здесь нужно минералы и богатство. Так, давайте... Здесь у нас богатство, если рядом есть кварц. Драгоценные минералы. Так. Так. Но я могу еще богатство улучшить. Да. Как минимум 3 минерала. Без проблем вообще сделаем. Бам, отлично. Плюс 18. Так, с этой стороны давайте вот так вот. Ты у нас двигаемся. И ты у нас вот здесь вот сажаешь еще рыбок. Ну, выращиваешь и... Пынк. 128. Идеально. Идеально. Я... Только вот за 5 минут, интересно, они смогут 125 набрать? Вот здесь вот у меня, конечно, вопрос. Но надеюсь, смогут. Надеюсь, смогут. Так, здесь, кстати, можно использовать какой-то, наверное... Да, малый аспект охоты можно использовать и сделать морского окуня. Морской окунь позволяет еду и охотиться на меньшую рыбу, чтобы расти большими. Вот, ну, блин, ну уже. Вот так вот, давай. Да, 133, отлично. Оба бегите сюда. Сейчас будем выручать вот это поселение. Так, сюда возвращаемся, сюда еще идет. Кстати, где-то еще... Вот в этом поселении началось по поводу багаз минерал внутри границ. Блин. Я про него вообще забыл. А, оно недавно только началось. Отлично. Кстати, здесь что? Если рядом есть растение. А, отлично, я знаю, какое тебе растение посадить. Да, ребятки, хорошо. Вот так вот и делаем. Так, здесь. Здесь вот ты, вот сюда, вот так вот. Ты, вот сюда, вот так вот. И здесь сейчас еще одно растение посадим. Так, ты вот так вот, потом вот. Кажется, ну алчное, какое поселение алчное? Ну вот, становится алчным. Ну а что тут поделаю я? Что типа? Так, клубничка есть, хоп. 94 еды. Как минимум 4 растения. Как минимум 4 растения. И сюда сейчас 2 растения еще посадим.
Да, да, как минимум еще два растения посадим. Здесь у нас... здесь у нас минерал. Богатство. Оп, втыкаем. И сейчас, по-моему, еще плюс 15, да? Складывается три раза, и, в принципе, этого будет достаточно. Все, 40, даже с излишком. Так, у нас здесь все как-то плохо. Мне кажется, или это болотное было поселение-то? По-моему, да. Но хотя я могу ошибаться. Но, по-моему, было болотное поселение. Ладно. Логово животных, если рядом есть, то он довольный. Типа, так, смотрим, что у нас здесь. Логово животных 66 и 75. Так, логово животных я могу тебе сделать. Вот так вот обеспечить, да? Здесь у нас, если рядом плюс 10. Так, есть. Активность есть. Так. Здесь, если рядом есть растения. Так, есть. Работает все... Транспутация, вон, смотрите, болотная деревня была основана, ну, здесь рядышком прям, это, в принципе, нормально. Так, окей. Фух, сейчас, ребятки, довольно-таки сложно. Но, в принципе, уже, наверное, будем заканчивать. Так как я решил делать серии вот по 20 минут игрового времени, то есть 3 серии вот в этом моменте будут. У нас такая, в первой серии получится закрутка, что ли. Так, давайте, сейчас я подумаю. Школа была начата. Блин, прикольно. Школу я что-то первый раз вижу, чтобы начинали. Здесь 15 еды, 15 науки, без проблем. Давайте здесь подумаем. Минералы есть. Здесь тоже жадные растут. Минералы есть. Наука 75 есть. Богатство. Все есть, отлично. Отлично, отлично. Так, давайте дальше. Так, здесь у нас есть... Блин, вот так вот лучше проверять. Здесь готово. Здесь готово. Здесь вот этим занимаемся. Так, этим занимаемся как раз таки. Так, окей. Ставим. Плюс 13. Так, здесь каждая. Плюс 3 еды есть. Рядышком есть черника. Так, мы, значит, блин, ну давай. Так, вот делаем. И еще аспект... Нет, природа... Нет, не могу. Так, и еще надо... Еще одно растение. Так, окей. Здесь 25 должно хватать. И здесь наука. Лесной посол появился. Где? Лесной посол. Давайте подумаем. Вот, смотрите, он улучшает повышение плодородия. Дает нам фруктовый аспект. Здесь у нас открывается всего лишь экзотический аспект и улучшаются продвинутые минералы. А еще вот это землетрясение. Так, здесь у нас улучшается только улучшается два травы и аспект реакции. Здесь у нас, блин, может быть вот так вот взять, а? То есть тут три, посмотрите. Да, я, наверное, так и сделаю. Прям три части улучшаются. Это интересно. Это очень интересно, смотрите. Бам! То есть, видите, второго уровня она стала. Блин, вот это интересно. Интересно, что будет дальше. Вот что самое такое. Так, есть растение. Так, давайте вот здесь вот. Интересно, какого оно сейчас будет, ну, как сказать. Она больше дает. Смотрите, и растения по-другому растут. Плюс 10 сразу еды, плюс 4 на 1 больше. Получается, так, здесь смотрим, что у нас. Ты, конечно же, не можешь его взять. Давайте вот это посмотрим. Здесь у нас... Муссон, водный гигант, зарывается в землю. Нет, не то. Три сразу, так, и здесь три. Один открывается. Блин, аспект хищника. Хочу, хочу аспект хищника. Серьезно. Так, и вот здесь вот. Вот это вот поселение. Сюда этот и этот. Давайте, дуйте. Бегите, чуваки. Там людям наука и еда нужна. Так, науку, в принципе, я могу... Что у них? Наука нужна, да? Так, науку я здесь не могу дать. Хотя, стоп. Как это не могу дать? Могу! Я могу растениями дать. Но хотя, ладно, давайте вот так вот. Восемь нужно 15. Так, здесь у нас, если я сделаю вот так вот, то...
Да, как раз таки. Ну-ка, давай-ка, ты мне сейчас понадобишься. Ты уже почти пришел. Подбирай. Все, подобрал. Есть хищник. У нас как раз таки будем сдерживать наших ребят. Так, здесь у него что можно сделать? Можно посадить домашнее животное и растение, да? Стоп. Да, домашнее животное и растение можно посадить вот так вот. Оп. Бам, отлично. Расширились границы, как видите. Так, тебя мы сразу можем так, вот так вот, опа, сделать. А здесь, кстати, давайте посмотрим. Так, и вот слабого хищного аспекта, кстати. Это у нас игуана. Забавно, забавно. Так, ну и 28-18, в принципе, этого достаточно. Даже очень много еды. Здесь вообще просто зверский какой-то аспект получился. Плюс отличный ананас. Отличные томаты, ребятки. Просто обалденно. То есть, если я сейчас дам еще ему аспект вот такой вот, то есть томаты появятся. А если дам такой, то ананасы, блин, и еду. А здесь наукой. Томаты дает тем больше науки, чем больше еды создает. Дает тем больше науки, чем больше еды создает. Парадокс, по-моему, ну ладно. Ну и в принципе я буду заканчивать эту серию. Вот сейчас вот здесь промодернизируем. Таможня была начата. Здесь промодернизируем. И в принципе на сегодня я буду заканчивать, ребятки. Это такая начальная серия, потому что тут уже начинается, ну, кто-то начинает жадным становиться и тому подобным. И дальше, как видите, уже сложно. Здесь 100 богатства, имеет больше богатства использования, чем в соседних поселениях. 40 еды. Продавцы шкур плюс 15 бога за каждое животное внутри границ. Складывается 3 раза, то есть он уже 2 раза дает, да? Налог на животных плюс 15 богатства и плюс 10 еды за каждое... А, это вот это и вот это вот сработало по одному разу. За каждое животное внутри границ складывается 3 раза. То есть в любом случае мне просто животных нужно здесь насажать, и все будет нормально. Круто на самом деле. Всем всего, ставьте лайки, если хотите видеть продолжение. Удачи и пока.